Дорогие друзья, сегодняшняя телепередача обещает быть максимально жаркой. Во-первых, водительский батл на автодроме. Во-вторых, инструктор Игорь с 24-летним стажем вождения. И в-третьих, у него сегодня серьезнейший соперник. Матвей Юрьевич, мы просим вас к нам сюда. Матвей Юрьевич, 8 класс. Я маленький, но несмотря на это, я умею водить машину круче всех. Посмотрим, кому из них удастся сдать автодром. Это «Без происшествий». Мы начинаем. Первым свой уровень мастерства продемонстрирует инструктор Игорь. И, будем надеяться, личным примером докажет, как необходимо сдавать экзамен. Уверенно идет, как и настоящий инструктор. Здравствуйте, Игорь. Сегодня мы проверим практические навыки вождения транспортного средства на автодроме. В принципе, правила вы все знаете, все помните. Готовьтесь. Готовы сдать? Очень. Не совершить ни одной ошибки. Очень готов. Игорь, вы понимаете, какая сейчас на вас ответственность лежит? Вы инструктор, вы не должны, ну, сдать хуже, чем Матвей. Это минимум. Понятно, я не сдам хуже. Проверим. И свою уверенность в словах Игорь доказывает делом. В таких случаях говорят без сучка, без задоринки. Но не забываем, это лишь первая фигура. Подъезжаем. Задние передачки. Все уверенно, спокойно, одной рукой, ладошкой туда-сюда, да? Все же понятно. Как орешки. Тещин карман. Корка. Все как по учебнику. Ну и на, сладкая змейка. Игорь, твой прогноз на сдачу или не сдачу Матвея? Думаю, что не сдаст. И на этом экзамен, а даже скорее простая прогулка для Игоря подошла к концу. Как бы, друзья, не пытался я отвлекать инструктора, у меня ничего не получилось. Игорь, вопросов нет, экзамен сдан. Спасибо. Собственно, как и ожидалось. Вот теперь самое интересное. Матвей на очереди. Матвей, вот волнуюсь, я тебе скажу, как за себя. Желаю тебе удачи. Сейчас инспектор все тебе расскажет. Матвей Юрьевич, сегодня мы проверим ваши практические навыки вождения транспортного средства на автодроме. Как в помощь вам для подстраховки в салоне будет находиться автоинструктор Игорь. 5 фигур. В принципе, мы с вами всех их разобрали. Теоретически. Приступайте. Матвей, скажи, пожалуйста, перед тем, как ты сядешь, готов, уверен, что ты сдашь? Да. Точно? Точно. Волнуюсь, а ты? Тоже. На удивление, волнение, о котором упомянул Матвей, не оказало на восьмиклассника никакого влияния. Абсолютно взрослое и уверенное управление автомобилем демонстрирует будущий водитель при выполнении парковки задним ходом. Но вот с чувством габаритов не все так гладко. Одна фишка все же пала жертвой на пути к успеху. Несмотря на небольшие сложности, гараж сдан. На самом деле, друзья, несмотря на то, что за рулем восьмиклассник, ощущение такое, что человек тренировался всю свою жизнь. Время параллельной парковки задним ходом. И с ней Матвей справляется на ура. Как он это делает? Окей, тещин карман есть. Напоминаем, за рулем восьмиклассник. И настоящий автодром он видит впервые в самом прямом смысле этого слова. А вот теперь то место, где проверяется каждый водитель. Горка. Если и здесь все удастся, я не знаю, что дальше делать. А теперь внимание. Видно, как автомобиль откатывается все больше и больше. Откат разрешается не более 30 сантиметров. Неужели все? Нет. Похоже, для Матвея Юрьевича сложностей не существует. И пусть вам, водители, которые не сдали здесь автодром, будет стыдно вот в данную минуту. В придачу и змейка... И поворот на 90 градусов также пройдены, как говорится, одной левой. Да что ж ты будешь делать, друзья? Я просто, я не знаю, все. Ну как такое может быть, Матвей? Как такое может быть? 8 класс, человек. Сколько людей сюда приходили, вот столько же примерно и не сдавали этот автодром. Что ты сделал? Внимание, самый-самый-самый ответственный момент. Значит, с небольшими ошибками фишечка упала. Несколько движений там делал. Тут, по-моему, где-то не доехал. Но, в принципе, по сумме можно, наверное, считать, что автодром сдан. Я тебе поздравляю, я жму твою руку. Запомните, Матвей Юрьевич, человек, который учится в 8 классе, сегодня сдал автодром. Порадуйся, но... Ну, я этого ожидал. Я очень доволен. Ну, будем дальше продолжать навыки, чтобы ездил хорошо.
Дорогие друзья, очень приятно говорить вам до свидания вот на такой ноте, когда и инструктор Игорь, и Матвей Юрьевич, ученик 8 класса, сдали автодром. Ну а самое главное, что сегодня вновь без происшествий. Меня зовут Андрей Энквилат. Увидимся на Первом городском канале. Машите рукой в камеру, пока! За помощь в организации съемки благодарим автошколу «Троллейбусный учебный комбинат». Улица Чорса, 62.